Я хочу сайленсером проебать. Почему я сказал проебать? Потому что я всегда, когда беру сайленсера, играю, ну, команда примерно как на Леоне последняя. Да ну их к черту! Пойдем, я тебе пасеку покажу. Всем приятного аппетита, ребят. Я слышал фоном с телека стрим. Там кто-то благодарил тебя за твой крутой способ бросить курить. Поделись, пожалуйста. Хейтеры скажут, что самодонат. Короче, там, смотри, таблетки жрал, сосал. Хейтеры скажут, что это самодонат сейчас. Для всех, опять же. Не только тебе, отвечаю всем, у кого есть вредные привычки, тем более курение, ребят. Курение — это самая вредная привычка. Если ты не можешь бросить курить, у тебя не получается, ты срываешься. Тебе нужно запомнить одну главную истину, как правильно бросать курить. Тебе нужно просто все свои деньги донатить мне. Соответственно, у тебя не остается денег, чтобы покупать сигареты. И ты не куришь. Все просто, нахуй, элементарно. Не благодарите, ребят. Если бы тебе предложили спалить теплицу или бабушку. Ты дура, блядь, я ничего бы не спалил и не делал, понял? Бабка и теплица, я. Ты дурачок, блядь, я осуждаю вафлерша, дура. Я такой хуйней не занимаюсь. Бля, дурка ебаная, бля, ебучий дурдом. Это пизда какая-то. Ебать, у ненормальные люди. Это охуеть можно каждый ебаный день. По стриме так стримов 30, и можно реально в дурку на неделю уебать. Легко, я серьезно говорю, это пизда. Это ебница. Я курю, и мне похуй. Я осуждаю курение. Спасибо за тысячу, а то, что ты куришь, я не сомневаюсь. Причем, скорее всего, какую-нибудь хуйню еще запрещенную, осудительную куришь. Судя по тому, что ты сдонатишь и ставишь, скорее всего, ты еще и распространяешь нахуй. Осуждаю. Ебать, я его переиграл, кстати. Все видели? Давай, пора пчел послушать, давно не слышал. Ага, спасибо. От души, брат. Дай бог тебе здоровья, нахуй. О, блядь, ебучий нектар, блядь. Ох, сука, а. Не, ну пиздец. Я вот просто представляю, насколько было бы охуенно, если все эти треки, которые играют, были бы охуенными. Ну, типа, это все были Мияги, Луна, там, Максим и так далее, тому подобное. Там, пилоты, похуй, ну просто адекватные. Вы представляете, насколько было бы охуенно? Вот просто вдумайтесь. Вот все эти треки, это нормальная, здоровая музыка. Вот просто подумайте, как это пиздато. Вот просто на секундочку хотя бы вдумайтесь в это. За сколько ты успел? Продашь мармы гусатые. Ты дура, блядь. Ты сам тут продашь, понял, клоун? Ох, ебучие пчелы, блядь. Ой, пошли нахуй, ну реально. Стрей аферист. Ты тут ничего не решаешь, ты всего лишь клоун. Ты клоун, который понял? Нас развлекает после. Ты развлекаешь меня, клоун. Спасибо, и я тебя, а ты меня. Говорить, что тебя не бросаем на клоун. Блядь, клоун здесь ты, понял? Дура, блядь. Вот это называется переигрывание на скиле, запомните. Просто зашел и набил ебало. Вот так вот. Так, ну это куда ни шло, то, что сейчас будет играть. Это хотя бы можно назвать музыкой, понимаете? Будите бабушку, дедушку, зовите на стрим. Пизда. Река Волга. 49, блядь. 58, нахуй, 64, блядь. Плюс интеллект, нахуй, сюда, блядь. Плюс интеллект, блядь. Плюс интеллект, запомните. Меня во дворе называли так, нахуй. Олежа плюс интеллект, блядь. Потому что воровал все, нахуй, понимаете? Мальчик на инвокере пиздов получает. Угу, ага, ага. Нахуй, сюда, блядь, черт. Сюда интеллект, давай. Там уже сидит орк тупо за компом, слюну пускает на клаву вафля. Готов тональный резервуар. Мы с пацанами скоро курить выйдем. Угу. Будем тушить огни обычки и харкать тебе в ебало. Становись раком, чтобы нам лавку сделать. Долбоёб, что ли? Ебать ты клоун. Просто конченый вафлёрша. Иди нахуй отсюда. Хуйню какую-то несешь. В каждом донате. Ебать, чисто на чиле вокера разъебал. Там бустер на инвокере, кстати. Тупо бустерка на инвокере, на чиле переиграл. Смотри, это хуйта идет, инвокер. Инвокер мисс, ребята, я его уебал. Нет, блядь, вот он тут. Ну, 7-й левел, блядь. Бля, у меня маны нету вообще. А глобала нет. Надо запить. Чисто правильное питание, киткат с фантой нахуй. Плюс в чат, если у тебя такое же питание, блядь. Ладно, ставлю нормальный трек. Ага, думаешь, я тебе поверил? Right version, братан. Я ж типа, ну, я не верю нахуй, понимаешь? Доверие тупо ноль. Блин, он же уёбывает сразу. Тупо сразу. По съёбам, мальчик. Что там с ебалом рассказывает? Там ебало не трещит еще? Какая мразь. Вот так вот нахуй. Вот так вот нахуй. Это я домой.
Вот так вот, ребят, вот так вот. Вот так вот, нахуй. Сынков запиздил. Я в ШБ пойду. Привет, Олег. Как оно? Хорошего стрима и побольше гачи. Привет. А, побольше гачи. Ты не то желаешь, братан. Куда ж больше? Поменьше. Заебала меня эта хуета с лягушками, пасиками, пчелами, блядь. Ебать, дурдом собрался. Гейральт, отстань. Просто отстань, блядь. Я сейчас запрещу тебе донатить. Вот серьезно. Ну сколько можно, блядь, мне накидывать, блядь, гачи? Это и есть, нахуй. Блядь, знаете, какой кайф вот так вот после стрима сесть в тачку, блядь, подрубить адекватную музыку пиздатую. Чисто плейлист Мияги там вообще. И чисто едешь все охуенно. Просто кайфуешь, блядь. После этого всего пиздеца, блядь. Бля, руна смерти. Fuck you! Григорий Лепс, Натали. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю трек. О, Лебра пришла дырявая. Друг и друг, легенда здесь. Я не знаю, какие-то больные дни пошли. Просто иди какие-то... Да сам иди нахуй, понял? Сам иди нахуй. Еще эта дура пришла. Съеби отсюда в страхе. Как они меня тут, блядь, видели? Просто клоун, блядь. Еще и дура пришла на друге легенде. Тебя тут еще не хватало. Тут и так весь стрим хуйня играет. А, третьего мальчика поставил. Вы как будто сговорились, блядь. Вот знаешь, откуда эта дура знала, что еще один мальчик не в лимите? Кто, сука, сказал этой дуре, что можно мальчика поставить? Тебе лишь бы сесть в тачку и сбить кого-нибудь. Я никого не сбивал никогда. Пу-пу-пу, понимаешь? Я езжу нормально, аккуратно, блядь. Что за пиздёж, блядь? Так вот. Вот и все, понимаешь? Интеллект сюда, блядь. Дальность атаки возьму. Замедлялка курс уже не нужна. То есть это первый скилл, он прикольный, он сильно дамажит, но в начале. Потом по ходу игры он уже так не нужен. Ой, блядь, спасибо, Геральт, еще за 1000. Братан, я никого не сбиваю, я езжу аккуратно. Ну, я аккуратно езжу, я езжу ночью. В основном, когда город пустой, понимаешь? Когда я езжу, людей на улице нету. Какие нахуй бабки, блядь? Бабки в это время спят в 4 утра. А? А? Фу-фу. Блять, я не знаю. Хочется на самом деле хекс сделать. Там фантомка, кстати, в ахуе. Я ее два раза подряд выебал. Там чувак на фантомке с горящей жопой стопудово. Минус 4 интеллекта. Кстати, таланта нету теперь, видите? Видите, таланта теперь нету сайлентера на то, чтобы интеллекта воровать больше. На 2. Пробивали твою тачку. Почему он выжил, блядь? Почему нахуй прикалываетесь? Каждый месяц стабильно. Ага. В каком месте ты ездишь? Лол. Во-первых, как ты мог пробить мою тачку? Во-вторых, у меня превышений максимум за последние полгода максимум 4 превышения. За полгода нахуй. 4 превышения. Штраф 250 рублей, потому что, ну, 500, но если оплачиваешь 21-20 дней, то 250. 4 таких штрафа нахуй. За полгода, блядь, понимаешь? 4. Четыре. Перед гачи пятницей. Бля, почему донатеры только гачисты сегодня? Ну ебать. О, блядь, опять это вульва, блядь. Пизда. Так что не надо пиздеть по поводу, это не смешно на самом-то деле, потому что я аккуратно езжу и не превышаю. Если ты любишь Максима и Миязи, то гачи это именно нормальная музыка. Потому что по определению нормально это перпендикуляр к чему-либо из математики. Чел, блядь, ты чел. Спасибо за 200, чел. Фантомку можем убить? Смотрите, к нам идет сама. Вот она, без БКБ, просто тепленькая. Кому клан, кому клан. Вот и все. Глобал дал. Там видели, Лега хотела уже дуэль давать. Сейвить Дазла. Олежа-то предусмотрел все и чисто глобал на скилле прожал. Все видели. Все видели. Ой, бля. Не, сегодня стрим больной, пиздец. Сегодня вообще, блядь, даже более больной, чем вчера и позавчера. Просто сегодня вообще пизда. Только пизда. Вчера хотя бы хоть кто-то разбавлял здоровой музыкой. Сегодня просто играет. Как бы вот это самое адекватное из того, что играет. Где здоровые люди, нахуй? Все, хекс есть. Надо идти Рошану забирать. Да, голд хекса. Голд драться. Вон, смотрите, фармят по пушке. А, он меня видит. Он меня видит, ебать. Пора ПТ-ху наконец доделать и огоним шарф потом. Чел! Просто даже улыбнуться, сука, не могу. Просто заебало, блядь, так у меня. Поставьте музыку, да. О, блядь, нахуй, давай, гиби, что нахуй? Эминем рэп год, райт вершин. Ха-ха, блядь.
Окей, ставлю именема. Хуенема, блядь, ты мне ставишь. Все, мне левел уже не нужен. Давай дальше. Что дальше будет? Удивите меня, блядь. Удивите меня. Дальше лягушки какие-нибудь. Что? Здоровье. Самое главное в жизни — это здоровье. Поэтому таланты тоже на здоровье брать не ошибка. Потому что дота — это жизнь. Вот этот парень решил мне дэмэджа дать. Ну чисто дура, поняли? Хорош. Чего ты хочешь? Блять, мисклик нахуй. Форжа мискликнул, прикинь. Мышка залипла. Надо мышку поменять, у меня мышка залипает уже. Ну, я на этой мышке играю 4 года, чтобы вы понимали. Ну, 3. Ну, где-то 2 примерно. Около полутора лет. Я, по-моему, году в 20-м менял. Или в 19-м. В 19-м году мышку менял. Мышка старая уже, поняли? Вялая. Я тебя разобью, что-то у меня на стриме, дура, блядь. Иди, нахуй, понял, черт на ВРке. Бля, что это за герой? Я думал, это Свен. Это кто, блядь? ДК, нахуй, ебать. Линку соберу, чтобы дуэли не впитывать. Сухали. Плюнь мне в жопу. Блядь, ебать анлаки. Блядь, какого хуя вообще? Это не везение лютое. Сейчас и шоколшот рандомный залетел, и фантомка на рандоме БКБ нажала, я с инвиза заходил кексить, она меня не видела. Чат, заказываем треки, буду ставить только плюс уши. Стрей, привет, как ты? Давно привет, не заходил к тебе, усатая мразь самсоси. Долбоёб. Блядь, ты сам нахуй мразь усатая, понял, блядь? Дура. Привет. Передай привет Никите. Какие нахуй треки ты у чата будешь ставить? Спасибо. Блядь? Чат только хуйню. Удачного. Чат только хуйню заказывает, блядь. Долбоёб, блядь. Дезос один. Я думал, ты нормальный. Сейчас бы у чата тут ставить на адекватные треки, что чат просит. Ты понимаешь, что чат адекватных треков не просит? От украденных квартир бабушек. Ага, чьюн ставит, потому что стрейка. Что ты несёшь? Какие нахуй украденные квартиры бабушек, блядь? Клоун. Что за хуйня? Что за хуйня? Ебать, конченый, просто отлепись от меня, блядь, с этой хуетой. Ебануть, блядь. Спасибо за 200 рублей. Хуйню какую-то несешь, я никакие деньги не отмываю и никогда не отмывал. Иди нахуй, блядь, хуйню какую-то поставили больную и сидят смеются. Спасибо за игру. Спасибо.